Привет подписчикам моего канала, привет всем, кто попали на этот канал и смотрят мои ролики. Я сейчас покажу вам печку. Печка, ну, походная, туристическая или какая, не знаю, кто как назовет. Значит, смотрите, это ведро, нижняя часть ведра становится просто на землю. Значит, здесь вырезали такое окошко для того, чтобы подкидывать туда дровишки. Вверху вырезали часть для того, чтобы ставить что-нибудь туда. Ну, пару каких-то железячек, чтобы держалось. И все, ставим чайник, раскочегариваем. Никакой ветер, ничего никому не мешает. Супер печка. Я считаю, что для таких вот походных условий, когда вы где-то находитесь там, на море дикарем, там в посадке или еще что-нибудь, очень хорошая штука. Ну, есть, конечно, альтернатива. Сейчас это модная штука — газовый баллон. У нас и такое есть, но это для быстрого какого-то приготовления. А если надо какой-то супчик сварганить там или еще что-нибудь, получить какие-то романтические ощущения, вот есть печка. Значит, на этой печке подкинул дровишек, и оно там себе по чуть-чуть тлеет. Отсюда идет дымок. Вот, допустим, я сейчас ноги промочил. Сейчас у нас роса, утро, прошел без сапог. Сюда вешаем носки, трусы и все такое, если промочились. И оно дымком все пропахивается и подсыхает. Точно так же кругом этой печки можно обложить какие-то сырые ветки. Ну, там, деревья, дрова, если сырые, они точно так же подсыхают. Очень удобная штука. Честно говоря, я про вот эту печку узнал, ну, лет 5 назад, как бы увидел. Мне очень понравилось. До этого пользовался я там то ли мангалом, то ли, ну, там, какими-то другими, там, ямку вырывал, там, кирпичики ставил, ну, как-то так вот. А сейчас вот пользуемся вот такой вот штукой. Как бы очень довольный. Так что примите на вооружение. Кому понравилось, можете смастерить. Я думаю, ведро старое у каждого дома есть. Так что вот как-то так. Если у вас есть какие-то комментарии по этому поводу, я постоянно в сети. Внизу под видео можно что-то описать. Постараюсь ответить. Ну а сегодня всем спасибо за просмотр. И до новых встреч.